Всем привет! Сегодня попробуем стедикам, называется он пояс, он для GoPro. Пробегусь с этим стедикамом и без них. Вот сейчас сделаю видос, сейчас включится. Включаемся. Все, включились. Включаем. Почему на резинке? Потому что проще вытаскивать. В штате идет два болта, надо их раскручивать мелкой отверткой. У меня отвертки нет с видом с собой. Запускаем видос. Ну что, сейчас отсюда до туда пробежимся одинаково. Но сейчас будем снимать без стедикама тоже видео для сравнения. Ну что, попробуем? Ну, сравним видео, посмотрим, что получится.